почему мне на этой сцене почему-то я себя очень странно всегда чувствую, вопреки который раз уже на него выхожу и очень странно у меня чувство такое вообще, как будто я не здесь, не на сцене, и вообще. Оля! В общем. Зарони любишь! Нет, не поэтому. Песня, я тогда еще одну спою, да, наверное. Я достаточно много пела уже в своей жизни на французском. И большей частью я предпочитаю, конечно, творчество таких авторов, которые работают в стиле песня-спектакль, песня проживания, ну, французский шансон. Но как бы вот еще мне нравится такая певица, она не совсем певица, она модель больше, но все-таки она певица, автор Карла Бруни. И вот у нее есть такая песенка «Quelqu'un m'a dit». Нам говорят, что наши жизни не имеют особого смысла, что они очень быстро проходят, как вянут цветы. Нам говорят, что любовь тоже не имеет такого смысла, чтобы ради нее умирать, чтобы ради нее что-то делать, потому что все это все равно заканчивается. Но, может быть, действительно это так, но, знаешь, мне кто-то тут недавно сказал, что ты все еще любишь меня. Мне кто-то сказал, что ты все еще любишь меня. Это правда? Elle me dit que la vie ne valait pas grand-chose. Elle passe un instant que de fanée les roses. Elle me dit que le temps qui glisse est en salve. Que de mes chagrins s'en fait des manteaux. Serait-ce possible?